Золото становится предпочтительным средством защиты сбережений против инфляции и колебаний валютных курсов. На сегодняшний день цена февральского контракта на драгметалл выросла на Нью-Йоркской бирже на 0,24% до 1797 долларов за тройскую унцию, несмотря на заявление ФРС США о скором повышении ставок рефинансирования. Рост стоимости золота был зафиксирован после падения на 2%, что произошло из-за укрепления американской валюты. Сегодня есть тенденция разворота цен на золото и возобновления роста его цены за счет того, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов, американский центральный банк, испугалась очень высокой инфляции, которая появилась на рынке Соединенных Штатов. Там. Соответственно, американский центральный банк решил охладить мировую экономику и, скажем так, затормозить инфляцию за счет этого. Аналитики предполагают, что агрессивные действия со стороны ФРС и более резкое повышение процентных ставок могут привести к замедлению восстановления мировой экономики к середине 2022 года. В этих условиях, когда и в Америке, и во всем мире можно ожидать замедления темпов экономического роста и каких-то кризисных явлений, очевидно, что деньги американских инвесторов будут уходить с международных рынков и устремляться назад в Соединенные Штаты. И, собственно, за счет этого ожидается очередной подъем спроса на золото, который служит традиционным убежищем от каких-то международных перипетий. По мнению аналитиков, в ближайшие годы мы увидим нарастание роли золота как средства накопления, так и расчетного инструмента в силу экономических и геополитических рисков. Эксперты сходятся во мнении, что ужесточение кредитно-денежной политики ФРС будет влиять на биржевой спрос на золото. Как ожидается, американский регулятор начнет повышать ставку в марте этого года.